мы идем в поисках сока и в направлении домой. Ну, пока что-то ходим. Ну, мы найдем, конечно. Очень хочется гранатового сока. Да, мне все равно, уже апельсиновый. Да, уже все равно. Хотя бы выжатый, вкусный. Ну, апельсиновый мы где-то... Давай, сумки посмотри. Шанельку отпустила с рук. Вот лиловая такая, только она, наверное, тканевая. Нет, я... это тканевая. А вообще такая? Не очень острые такие края. А, да? Ну, цвет ужасен. Вот такая вот зайчик. Ну, понятно, что это. Желтый получше. А где зеркало? Спроси зеркало, может там? Сейчас Маруся пойдет себя в зеркало увидит и поймет, ее это или не ее. Маруся не может определиться. Шанель все бегает там. То черную, то белую. Точнее, это бежевая. Ну что, бежевая? А ну-ка повернись. Это белая. Повернись. Ну вот это получше, чем та желтая. Это как-то получше смотрится. Спроси, сколько стоит. How much? How much? 35. Она выбрала сумку вот из этого ряда за 35. Короче, 2 евро. А что, сезон поносит, и нормально. Мы живем в такой стране, где сумки можно менять каждый месяц. Было бы желание. У меня пока желание что-то покупать вообще не появилось. Наверное, я не шопоголик. Вот такой магазин белья. Красивый. Можно пижаму. Выбрала я себе, точнее выбираю вот такая вот ночная рубашка 160, короче 10 евро. X-large, small, medium, йог. Маленьких йог, маленьких нету. Medium. А есть вот такие medium. А что мы искали? Какой цвет? Тоже красный, только чуть-чуть дизайн другой. Ну, тоже неплохая, в принципе. Ну как вам? Пишите комментарии. Вот мама ночнушку выбирает. Вот такую вот. Думаю, какую лучше, красную или такую. Пишите комментарии. Ой, мне это ближе, по-моему, леопардовая. Что ли дынусы есть? Это М? Медиум. Медиум. У меня медиум. Ну как, Маруся? Красиво. Ну, мне кажется, ну красный, мне кажется, получше. Ну-ка, какой лучше? Красный, мне кажется. Ночнушки модной. Красный, мне кажется, получше. Красный. Но мне так кажется. Ну, хорошо. Буду думать. Выключайте. На горизонте маячит, кажется, сок. Купила я себе ночную рубашечку. Угадайте, какого цвета. Ой, апельсиновый сок. А гранатового не вижу. Гранатовый только на картинке. А это какой? Это что? Это апельсиновый, яблочный. Ну и что, это их не. Оранж. Такой есть? Ну. No. Оранж. 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 Ту. Да. How much? How much? Сколько? Оранж он. 12. Хорошо. Туркиш он. Хорошо. 12. 12. Хорошо. 2. Мнение? Да-да. Спасибо. Апельсин. Не гриб. Но оранж. Оранж. Да. А то мы такие иностранки. Посидим, попьем. Давай, хорошо, посидим. Санелька посидит. Вот нам помогают все люди.
Давай, Шанельчика, сядь. Шанельчика тоже сядет. Посидит, отдохнет. Принесли нам, короче, сок. А мы решили ребенка напоить. Прикиньте, мы где-то тут посеяли бутылку. И теперь нам надо... Теперь нам надо идти искать бутылку. Кажется, мы ее посеяли там, где чемодан покупали. Но это Маруша так думает. Попросили в отеле такую миску, чтобы напоить наше животное. Нам дали. Шанельчика сидит у меня на ручках. Хорошо здесь. Смотрите, какие дома старые. Вот так вот жить на рынке круто. Можно выйти, что-нибудь купить себе. Вот в такой фирме мы сделали себе интернет Турк-цен. Она тут на каждом углу. Такое вот дерево. Маруся кайфует. Ну что, мы пойдем искать бутылку. Маруся предлагает асфальт горячий. Иди сюда, Шанель. Иди ко мне на ручки. Асфальт горячий. Ой, ты мой сладкий. Короче, найдем нашу бутылку в том магазине, где мы купили чемодан. Надеюсь, найдем. Вот какие рыбки. Это кафе, кафе, кафе. Голодными вы здесь не останетесь. Готовят там. Кафешки, кафешки, улица кафешек. А здесь вот, по-моему... А нет, это что-то просто, какой-то другой сок. Кажется, мы еды. Ну, время обед, в принципе. Вот. Ну, короче, здесь мы еще не шли, в этой территории кафешек. Мы ищем все-таки. Вон как реагирует на нашу Шанельку. Я ее на ручки отнесу, и все смотрят, мне улыбается. Слушай, наверное, мы совсем не туда идем. Куда-то свернули. Свернули. Идем. Да, мы здесь были, да. Идем дальше. Это мы ищем магазин с чемоданом. Маруся вспоминает, что, возможно, там забудет бутылку. Все, Шанель, ради тебя. Бегай вовнутрь одна, без чемодана. Сбегай сама. Без чемодана сбегай, просто спроси, я тут постою. Показывает уже бутылку. Вот так вот. Память у нас хорошая, Шанельки бутылку. Кастрюли хочу зайти посмотреть. Мне же надо вот на кухне вот сковородочки посмотрю. Бокальчики, тарелочки. Ты кто спрашивает? Мераба? Мераба. Так. Красивые комплекты какие. Она вырвалась у меня. Ты не поломала? Наверное, нет. Так, салон. Вот такой обязательно какой-то набор себе куплю для соли, для перца. Очень круто. Ой, смотрите. Прямо Турция. Или вот такой вот. Уже прикольный. Очень
столики, пиалочки. Ой, скорее бы уже обставлять новую квартиру. Но мне ее еще выбрать надо. Пока что отдыхаем. Так что, друзья, рынок Чарши рулит. Все, что надо, все найдете. Ваш чемодан. Так вот, любовь. Кошельки хочет. Нормально, миссис? Да. Кошелечек маленький, надо в сумочку новенькую, маленький кошелечек. А, нет, я не про... Смотри, вот, смотри. Сейчас, пока она смотрит, мы с вами тоже посмотрим что-нибудь. Сумочки всякие, кепочки. Кто любит большие кошельки? Ой, а мне вот такие нравятся. Смотри, Марус, какой крутой кошелечек. Мне понравился. Мне вот это пора. Мне тоже. How much? Bunun fiyatı 70 lira. Это надо на калькуляторе. Сейчас напишет. Не только вот маленький хорошенький, а вот этот открой, посмотри. Тоже прикольный. $70 лир. Ну, 70 лир это где-то, ну, делим на 17. Такой? Мне такой тоже нравится. Под светлую сумочку твою. А этот сколько? How much? Айна. А также 70. Uh-huh. А за 60 отдашь? 60. Окей? Это сколько? Делим на 14. Сейчас я подумаю. Нет, такой большой уже. Так, надо посмотреть, какой. Вот ремни какие. А я вчера в Айкике себе ремешок купила. Тоже неплохой. Ждет красавица. Представляете, пока Маруся выбирает кошелек. Сидит. Сидит. Красавица моя. Пришли, вспомнили, что у нас в чемодан не поместились полотенца. И нам в порт-отеле дали только большие банные. А маленьких не дали. Так я купила вот такие. Такое купила и такое. За 20 турецких лир одно. Это получилось евро 20 одно полотенчика. Ну, прикольно. Хорошее качество. Наконец-таки уже мы выходим. Бутылку нашу нашли. Теперь будем двигаться в сторону апартаментов. Хорошо, сегодня мы прошлись. Рынок нам понравился. Вот такая реакция у людей. Звезда наша, звезда. Колорит какой, да? Базара, рынка. Золото. А вот ченч, тут тоже можно менять деньги. Это с этой стороны. Маруся, автобус, осторожно. Вот реакция, какая реакция. Хватают телефоны. А вот женщины, когда мы... Йорк. Цена? Хан, 1000. Одна. Bye. Золото. Так, ну что? Куда мы вышли? Так, как мы шли, Маруся, давай вспоминаю. Так, нам нужно к форуму на автобус или маршрутку. Сейчас спросим. А где хор? Смотрите.
турецкие такие. Рогалики. Так, ну что, мы вышли на центральную дорогу. Теперь нам надо вспомнить, в какую сторону нам ехать. Пальмы, пальмы. Пальмы, небо. Сейчас будем ждать маршрутку. Шанельчика, иди сюда. Умаялась. Девочка моя умаялась. Нагулялась. Едем снова на маршрутке. Tamam, yabancı onlar herhalde ya. Şey. Вышли мы такие на остановочке, идем к своим апартаментам и набрели на такую лавку торговую. Персики. Сейчас будем... Да, мягкие, не жми так сильно. Все, сейчас будем смотреть цены и покупать. Черешня, персики. Персики получается евро 20. Маруся там персики грузит. Сейчас пойдет еще кто-то нагрузит. А виноград хочешь? Нет. Давай попробуем. Попробуй. С косточками. С косточками? А, ну да, ты ж не кушаешь. Все, Марусечка, давай по-быстренькому еще что-нибудь. Вот я когда выбирала, ну, районы, квартиры смотрела, я хотела жить именно в Сите. Вот видите, Сите, закрытые территории. Не тяни меня. Вот эти домики, закрытые территории. Там у них на территории есть и бассейн, и барбекю-зона. Вот так вот. Вышел, тут же такая лавка овощная. Видите, дом. Дом. Вышел из дома. Купил все, что хочешь. И хорошо тебе, Маруся, там молока хочет. Персики купила. Шли-шли чуть-чуть дальше. Еще одна лавка овощная. Мама, обрати внимание, баклажаны. Какие хорошенькие. Вот делать тещин язык. Аккуратненькие. И цена 6 лир. Сейчас домой пойдем, да? Такие прошли, такие кафешечки, что-то тут. И мороженое, и пекут что-то. А тут, смотрите, клуб играют в нарды. А это не нарды, это какая-то игра интересная. Да, посмотрите, все столы заняты. Ой, круто! И в карты, господи! Вот чем люди занимаются в жизни. А мы на работу надо идти. Какую работу? Время 15:30. Вот так вот надо. О, красота. Слушай, Марусь, мы, кажется, на базар пришли какой-то. Мы с одного базара, смотрю на другой. Осторожно, через дорогу. Давай сюда. Вон, крытый рынок пищевой. Это мы идем в свои апартаменты и куда-то мы заблудились, короче. Куда-то мы заблудились, но походу Маруся даже очень счастлива. Ей одного базара сегодня, видимо, мало. Ой! О,
Боже мой, вещевой рынок. Вещевой рынок. Купальники, пожалуйста, вам вот. А вот шторы. Кому шторы? Локацию скинуты около наших апартаментов. Купальнички. Сырова. Смотрите, пожарная часть. Круто. Прямо в районе. Я с таким чемоданом. Красавица. Иду. Что, Марусь, еда? Маруся уже обедать хочет. Ну, сейчас что-то придумаем. Что-то придумаем. Вот такие вот цветочки. Цветочки, цветочки. Он тебе гоу показывает. Заходи в кафе. Кушай. Вот такая. Маруся голодная. Сейчас что-нибудь ей возьмем с собой. Фри. Фри. Есть? Меню. Меню. Садись. Садись. Что-то мы смотрим, смотрим. Маруся хочет картошку фри. Картошку фри мы не видим. Да есть. Ну давай, затащи. Потейтос. Чипс. Чипс. Окей. Чипс называются. Чикен шницель куриный. Ну вот, куриный с шницель. Респи. С. А есть шашлык? Шашлык курица? Чикен? Чикен? Ага. А, но... Чикен? Чепсис. А, нет, я хочу... А сколько картошек? How much chips? Potatoes? Да. How much? Там. Мир? Чипс мир? Да. How much? Там. Ирбо? Ирбо. Вот так вот Маруся отдыхает. И ждет. Ждет свой обед. Такое вот кафе. Молодежь, кстати, работает. Мальчикам лет по 17. Круто. И в кафе одна молодежь. Паковали нам. Упаковали целый пакет. Вот такой вот вкусняшки. Сейчас идем домой.